Сегодня стало известно, что накануне в Архангельске снова утонул ребенок. Вечером в полицию обратилась жительница Маймаксанского округа с заявлением о том, что ее 5-летний сын днем ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся. Полицейские волонтеры организовали поиски. Уже ночью один из добровольцев обнаружил тело ребенка в реке. Как выяснилось, двое мальчиков в возрасте 5 и 6 лет пошли гулять. Один из них зашел в воду и утонул. Второй ребенок испугался и побоялся рассказать кому-либо о гибели друга. Следственный комитет уже начал проверку.